Шесть северодвинцев сегодня отправились служить в элитные войска. Они станут первыми десантниками в этом призыве. Всего на службу в армию сегодня отправились 37 призывников. Поддержать будущих солдат пришел и бывалый десантник. Для этих молодых людей сегодняшнее утро стало переломным в жизни. Из стен Северодвинского военкомата 37 призывников отправляются защищать нашу родину. Шесть из них попадут в элитные воздушно-десантные войска в город Псков. В этом призыве они первые. Максим мечтал о службе ВДВ еще со школы. Тогда идейным вдохновителем юноши стал учитель по физкультуре. Самая такая его любимая история, это когда они прыгали с парашюта, и у них был один очень легкий парень. И когда во время прыжка его тянуло вверх, а не вниз. И вот это вот самый такой его любимый момент. Сомнений идти в армию не было, говорит Максим. Но чтобы попасть в воздушно-десантные войска, нужно быть абсолютно здоровым, иметь категорию годности А. Поэтому к службе будущие солдаты готовятся задолго до призыва. Занимался с собой. Физическая подготовка все равно. Там тяжело, думаю, будет. Вот готовился. И так морально тоже себя настраивал. Все равно всему хоть научит. А есть возможность, что те, кто здесь отобрались в ВДВ, могут не попасть в ВДВ? Ну, все команды создаются примерно с 3% резервом. То есть и ребята могут перенести еще и другие команды. Поддержать будущих солдат сегодня пришел председатель Северодвинского отделения «Союз десантников» Константин Чекалов. Он пояснил, что госслужбы хоть и пройдет быстро, но просто никому не будет. Особенно касательно службы в элите. Программа боевой подготовки, скажем так, сохранилась. Вот, единственное, что она стала более сжатая, ну, соответственно, более напряженная. Да? Вот, это и стрельбы, и, соответственно, различные марш-броски, полевые выходы, значит, и так далее. Ну, не говоря уже о прыжках. Сотрудники военкомата отмечают, северодвинских ребят с охотой забирают служить в город Псков воздушно-десантные войска. Кстати, в прошлом году трое из них остались там по контракту. Так что возможность устроить свое будущее есть у каждого призывника. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.